Қарым татарлар топлы яшаған қасабалардың сәкінлері чамұрлы яллардан юрмеге бездділер. Бүгін Қарым татар санат музейінде Низе Эмиршахның урба коллекциясы тақдим етілді. Сәлем алейкум, урметлі телесерчілер, диқатыңызға хабарлер программасы тақдим етілі студияда мен София Сайтабляева чалышам. Хатырлатамыз ке кеченлері Улы Ғалибенің 70 йылығы қайд етілмесі үшін Қырым татарлардан айры иш группасы тешкіл оланды. Бұ группаға чешіт саларда чалышқан ватандашларымыз кірді. Бүгін Қырым вице-спикері Ильремзи Илге Асамның елбасшылығында иш группаның непетекі топлашуы олып кечті. Топлашу девамында бұ қысқа вақыт ішінде япқан ішлер музакере етілді. Мезуны мұқбиріміз Левиза Сейдбілялова девам ете. Бірінжеден Қырым вице-спикері Ремзи Ильясов бұтын жемаатчылық адындан теклифнен шықты. Майыз 9-жы күні Қараманлар аллеясына чечек кетіргенде Сталиннің портреті олмамасы керек. Вице-спикерінің қайдеткеніне көре бойлеліктен акимиет милетімізге урмет көстерір. Предлагаю одно из первых наших предложений, это исключить вот такую возможность при праздновании 9 мая и возложении цветов вечному огню, куда мы, в общем-то, все ходим, чиновники, участники. Портрет Иосифу Сталину ни в коем случае там не присутствовал, не имело места. Бусифер иш группасына да бір қач ватандашымыз қошылды. Олар да өз ғайлеріні теклиф еттілер. Мисаль оларақ Рефик Курсиетов архив мәліматлары эсасында мақсус илми ишны азырламақ зарур олғанын білдірді. Сонра бұ ишны кеніш дәйреге тақдим етмелідір, қайдетті Алим. Издать работу на основе вот этих архивных материалов, тем более уже столько конференций, столько докладов, в том числе уже опубликованные в России работы. Мы можем опубликовать как монографию, книгу опубликовать для массового читателя на русском языке со всеми данными. Топлашуға үлкеш нас Владимир Поляковны да дәвет еттілер. Владимир Поляков милетіміздің тарихыны огреніп қайды тілмеген ве ұнытылған қараманларымызға диққат айрылмақ кереклігі ақында айтты. Бұндан да ғайры полуостров интернет-порталының баш муарері Айдер Эмиров Қырымда «Бессмертный полк» адлы әрекетіні құрмақ ниетінен шықты. Оның айтқанына көре Русияда бөлі әрекет чоқтан инкишаф етіп, чоқ инсанларны бірлеш Қырымда да бойлы ғайы өз ерні тапа білір, деп қайдетті Айдер Эмиров. Былтыр бір парча япылды енді, бұй ылда бірқач жүз адам өзін сойларын портреттерін алып шықсалар, бек яқшы олыр менімше. Біз көстермек керекміз, шу кечкен женгте, шу ғалебеде, бір еда екі еда беш Қырым татары дегер де, юзлерден бинлер жүр ватандашларымыз іштірак еді. Бұ ішке қошылмаға, бұ әрекетке қошылмаға сәкен ватандашларымыз, Қырым татар санат музейіне мұражат етмек керектер. Анда Мұстафа Мұстафаев деген арқадаш бар. О, бұй үшін башында олажақ. Шыны да қайдетмелі ке Қырым татарларының ұлы ватан женгте іштірак еткені аққында мақсус конференция ве башқа тәдбірлер өткерілмесі планлаштырыла. Бұна әм Дәвлет Милетлер ара комитеті, әм Қырым халық әрекеті, әм яшлар тәшкілетлары қол тұтажақ. Левиза Сейдбілялова, Алишер Алимов, хабарлер. Бүгін Қырым Дәулет Шурасында Русиядегі Жемаат Палатасының Милетлер ара Вединлер ара мұнасибетлерінің ұйғынлаштырылу комиссиясы де Қырымда өз соңғы топлашуын өткерді. Хатырлатамыз, шу комиссияның бірінші топлашуы февраль 4 күні өткеріліп, ярым адамызда милетлер ара мұнасибетлерінен яқындан таныш олды. Бүгін ісе палатаның азалары дин идарелерінің векілерінен көріштілер. Тәпсілетуджа топлашуда іштірак еткен мұқбиріміз Фатиме Егеева ике ете. Русиядегі Жемаат Палатасының Милетлер ара Вединлер ара мұнасибетлерінің ұйғынлаштырылу комиссиясы Қырымда чалышып бір сара тедбірлеріне өткерді. Соңғы топлашуда дин мұнасибетлері ақында сөз өрсетілді. Білгеніңіз кібі Русия Федерациясы чоқ динлер олған девлеттір. Ислам діні ісе девлетімізде ең бойық динлерден бірісі сайла. Қырымда бұ дин векелеріне Қырым татарлары менсуп. Бүгінгі тедбірде ғарптаки дин этрафындаки ажынықлы вазиет мисал оларақ кетірілді. Русия Федерация Жемаат Палатасының азалары білдіргені не көре, дәвлетіміздің эсас сиясеті бұтын дінлерге үрмет көстермектір. Российское государство очень правильно поступило и поступает допускать оскорбление прав верующих вне зависимости от религии, от конфессии нельзя. И государство должно стоять на страже. Если оно это делает, то дальше этих проблем, эксцессов, трагедий не возникает. На Крым пример в том числе и для многих регионов России, как правильно и как важно, как серьезно выстроить эту работу, чтобы совместно объединяться, чтобы консолидировать единую здравую точку зрения.
Хрым муфтисинин муавини Садылак Баиров юксек севиеде кечирилген топлашувлар халкымыз ве динимиз үчүн буюк бир эметини ташый деп кайдетти. Онун айтканына көрө, хрым эркез үчүн етерлик. Хрымда бүтүн динлер барышка чыгыралар ве мен белесем динлер ара проблемалар ярым адамызда олмайжак. Русия Федерациясында бөлө топлашулар девамлуула ве эң муйму бул площадкаларда биршилер айтып, бир жерлерге аны улаштырманын чаресы ола. Топлашуунун эле бир эмиети бар биздин жетимизден. Бул да халкара ве динлер ара диалог, халкара ве динлер ара барышчыкта нашыл жашанар, хрымда бөлө проблемалар барбы маселесине келгенде, албетте ки биз үчүн бул муйим. Бүгүнге кадар алып барылган политика, бундан соң алып барылачак политика бөлө топлашууларга баалуу. Бундан да кайра топлашууда Хрымда яны жемелеринин ве дин окуу юртларынын куруучулук маселеси көтөрүлдү. Жимат палатасынын векиллерине көрө, хрым татарлар өз ватанга кайтып, эм мединиетин, эм динин сакламага ве инкишаф этмеге имкан болор. Шу эснаста акимиет буна кол тутмактадыр. У России как государством действительно накоплен огромный уникальный опыт взаимодействие, дружбы наших конфессий, наших культур. Это действительно так. И, конечно, в будущем, вот муфтият Крыма, если совместно и при поддержке некого вуза, государства, если смог бы здесь у себя сделать учебное заведение, чтобы подготавливать священнослужителей мусульманского толка у себя для Крыма, с учетом крымско-татарского компонента, истории народов, крымско-татарского народа, это, конечно, было бы, безусловно, очень правильно. Я думаю, что в этом направлении нужно, конечно же, двигаться. Русия Федерациясынын ве Хрым Жумат Палатасы үч күн девамында Хрымда алган милетлер, ара вединлер, ара мунасибетлерінің вазетіні огренді. Топлашының нетичесінде чығарылған хулясалар яхыларда амелге кечерилип, Хрымда барышык мойтыны сакламага ярдым этерлер. Фатиме Гаева, Рустам Файзулин хабарлайды. Йоллар ярымынамызда эн кескин меселелерден бирадыр. Хусусан бул меселе карым татарлар топлуу жашаган касабаларына мевжут. Хош келди, Богурча, Марин, Акмечет, Борчохра касабаларынын сакинлери йолларынын тамирини талап этелер. Хош келди, микрорайонда жашаган ватандашларыбыз эсе бул талабыны жылдарча расмий шекилде беян этелер. Вазиятты жакындан мугбирибиз Нериман Тарсинова угренди. Асфальт төшөлгөн жолдор тек Хушкелди касабаларынын башында бар. Ама оларынды кыйыр-чыйыр болду. Жол бою финелеринин олмаганы вазиетин мурекиплештире. Карап эле жолдор голденизлерге чевириле. 23 жыл девамында Хушкелди касабасынын жолдору эч бир вакытта меретилмеди. Бул вазиетин денештермеге тырышкан сакинлер жолдорун ой сасабына япага тырыштылар. Олар чакылатып жолну бир терипке кетирдилер. Лекин кетикчи бу кайра түкүндү. Жолдор жыл-жылдан кенеде топрагынан карышып тарлага чеверилмеге башланды. Состояние дорог в очень плохом состоянии, особенно когда дождь, ну, слякоть, грязь, машину помыл, выезжаешь с дома и все, и она грязная. Ближайшая остановка это вон там, да, то есть здесь маршрутки не ходят, только на тех улицах, подоходишь весь грязный, то есть, конечно, неудобно, хотелось бы немножко улучшить состояние наших дорог. Прямая вроде дорога, смотрите, как объезжает, видите, какие вот зигзаги, а вниз, вот туда вот, посмотрите, вот туда вниз, там вообще собираются такие лужи, что только такие вездеходы будут ездить. Мы самому сухогнда медресе ерлише. Мында ерли сакинлер жума намазга катнайлар. Сых-сых яхмур яханы себебинден сакинлер жемиге келмектен вазгечелер. Машиналары сече мурха батып кетелер. Кеченлери айны самому сухогнда газ аклары кечирилди. Шу аклар топрак түбүнө ерлештирилди. Казма ишлеринин нетижесинде жолдор да азияды мушкуль олду. Те улицы вообще они очень глиняная, это буксует. Мы не доезжаем туда, а идем пешком. Туда пешком ходим. Не, ну, как бы сказать, невозможно на машине подняться, особенно после ливней. А в снег тем более. Там люди, старики идут, наши пожилые люди, тяжело добираться. Просим от людей Хошкельды, от джемат нашего, чтобы действительно что-нибудь сделали нам, помогли. Хошкелди касабасынын сакинлери 23 жыл девамында акимиет органдарынын эпесине жолдорду тамир этмек жасынен булундулар. Ама оларнын муражатларына кимсе кулак асмады. Как вы сами видите, такие ужасные дороги. Ну, в этом мы-то еще сам, а еще и освещения нету. А ночью вот дети идут, они в этих лужах. Приходят все грязные, допустим. Ну, уже нет слов. Элбетте, яны үкмет келген соң жол тамиретилежек ве ышык кечирилежегине үмүт этелер. Задача сегодня главой республики поставлена.
чтобы мы в кратчайшие сроки в городе Симферополе, в Симферопольском районе, еще в ряде населенных пунктов обеспечили места компактного проживания дорогами. Хошкельды сакенлеры, Зиманевиша Раитлер, Яратыджилы Хандан, Уметлеры Накисмелер. Нариман Тарсинова, Седмимет Кукчиев, Хаберлерычун. Карасу база район девлет мемуреті рейсінің муавені вазвесіне Назим Юнусовны тәйінледілер. Январь 28 күні район девлет мемуретінің сессиясында бұақта қарар таздықланды. Назим Юнусов февраль 2 күні бұ вазифеге кечті. Бұдан әвел Назим Юнусов бақча әлі көй шурасын рейсі вазвесінде чалышты. Озияны вазвесінде бежерек меселелері ақында бізге телефон вастасынен білдіре. Я курирую отдел культуры и межнациональных отношений, религию, казачество. И, естественно, первоочередные задачи, которые стоят при райзадминистрации и конкретно по моему отделу, это сохранение межконфессиональный, межнациональный мир, который царит в Белогорском районе. И мы будем претворять в жизнь те постановления, которые были рассмотрены на заседании при Государственном комитете по межнациональному национальным отношениям. Истидатлы ватандашларымыз өз фалиетінен милли меденетімізді инкишаф етмектелер. Бөле ватандашларымыздан бұрысы Низе Эмиршах зиманеви шекілді азырлаған либазларыны милли орнеклерінен илбанлап, әр бір шейге өзгүлігіні қоша. Бүгін Қырым Татар тарихи асабалық музейінде яш истидатымыздың Безмолвия Крыма адлы урба коллекциясы тақдим етілді. Коллекцияны мұғбиріміз Аделе Топчы сейретіп, өсті сұратларынен пайлаша. Низе Эмиршах 24 яшындаки истидатлы кыз. Оз ижади жолунун 35 яшында сечти. Низе оз ижади аяты девамында бир чок конкурсларда иштирак этип мукафат ярлерине казанган эди. Бүгүн Низе илк оларак оз шахси коллекцияны тагдим этти. Каждый художник впитывает в себя все богатство той земли, на которой он родился. Родившись в Крыму, на таком удивительном полуострове, мы обязаны проявить весь потенциал, который в нас вложен. Поэтому мне было интересно показать вот это многообразие, эту красоту, эти краски Крымского полуострова своей коллекции, своей авангардной коллекции. Незе яш олғанына бахмадан бұйық арзулар пешіндедір. Бұ шубесі сестедатлы қыз өз ижади планларыны инкишаф етіп бұйық ғайелелерге инділа. Кечелері Незе бұ коллекция эснасында магистрлік ішіні хорчалады. С Безмолвием Крыма я планирую поехать в Петербург, Польшу. Мне очень интересно начать заниматься крымско-татарским, не крымско-татарским костюмом, а использованием каких-то элементов вышивки, но уже в какой-то своей интерпретации, либо в авангарде, либо в носибельном, отойти от национального, такого строгого классического костюма. Хочется по-новому его представить. Мне это интересно. Более екеневе уникаль коллекцияны сейретмек үчін тек Хырымның Эрбур көшесінден де гүлді, Москва ве Русияның башқа шерлерінден келген инсамларды бар еді. Очень сожалею, что я немного опоздала на само открытие, но даже уже придя в конце, я поняла, что это взрыв, это бомба, это мировой взрыв. Она сделает свое дело, это изменит в корне всю национальную нашу, как правильно выразить, культуру изменит, и она внесет в нее новые мотивы, которые по-новому заставят людей смотреть на наш костюм национальный. Низе Эмиршахның ишлері Қырым Татар тарихи асабалық музейінде февральның 16-сына қадар сейіржелерінің дұхатыны желп етежектір. Әзелет Опши, Алишер Алимов, хабарлер. Бүнен еніміз сонына еті, мен қатырлатам, ярын информацион автамызны саат 17-де нетиже информацион талил программасы екінледжек. Студиямызын Мұзафыр Ахмеджер Шайырбашын муавіні Тейфу Гафаров топырақ мерзусыны инжеледжектір. Мені се сізлерінен сағылықлашам, ақшамларыныз, вера атлық күлеріңіз, еге кешмесіні тілейім. Салықен қалыңыз, қоршымек үзірен.